Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно производства ядерного реактора, друзья, штука Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно производства ядерного реактора. Естественно, такое большое производство, чтобы вот прям вот так вот конвейер был усыпан, нам не нужно. Нам нужно небольшое их количество, одного, двух, трех, четырех, хватит вам на очень долгое время, друзья. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, осмя контент. Поехали. Давайте начнем с того, из чего вообще он делается и сколько всего нам нужно. Вот наш ядерный реактор, так, использует урановые топливные элементы для генерации тепла. При установке рядом с другими реакторами эффективность выделения тепла увеличивается. Постоянное потребление 40 мегаватт, выход, ну понятно. В чем прикол? Как вы видите, нужно дофига меди, дофига стальных балок и улучшенные электросхемы. Но это, в принципе, у вас будет находиться уже на линии производства, проблем быть не должно. То есть вы просто подходите и собираете там энное количество, сколько вам нужно. Ну вот, собрали это, идем дальше, где тут у меня... Вот он, собираем, еще раз собираем, все остальные балки у нас имеются. Далее... Медяшка. Все это есть. Но вот с бетоном, ребята, есть проблема. Вряд ли вы его производите в больших мощностях. У меня есть видео касательно этого, но сейчас я вам просто покажу, как это дело работает. Там ничего совершенно сложного. Единственное, придется, ну, так сказать, довольно далеко отойти. Давайте обратимся к тому, что нам нужно для бетона. Находится он, если я не ошибаюсь, где-то здесь. Вот наш бетончик, и нам нужна вода, каменный блок и железная руда. Каменный блок, я думаю, знаете, как делать? Это просто камень пускаем в электрическую печь, и все, у нас есть. Ну, или в обычную печь. Далее, собственно, здесь мы просто делаем подземную шину, по классике, и подводим воду. И у нас получается бетон. Все. Ничего, собственно, сложного нет. Вот тут у меня есть энное количество. Давайте возьмем, там вроде нужно 500. Смотрим. Да, мы можем сделать, и он будет делаться 79 минут. Господи, это если вообще с нуля. Но мы, естественно, так делать не будем. Мы возьмем, просто-напросто поставим здесь себе вот эту штукенцию. Выберем здесь, что мы хотим производить, и накинем. Все, и он быстренько у нас тут сделается. И вот, собственно, наш реактор готов. Но то, как его собирать, как его подключать, вообще касательно ядерной энергетики будет отдельное видео. Я думаю, оно будет долгое, и, естественно, оно будет с чертежами. А на этом у меня все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Факторио. Там больше 70 видосиков, уже подходим, наверное, к 80. И дальше будет больше, друзья. Дальше будет сложнее. Дальше у нас логистики, поезда, ядерная энергетика, ну и так далее. Также будут другие плейлисты с этого канала по другим играм. Там Allied Dangerous, Valheim. Возможно, еще будет Satisfactory. Может быть, начну ее снимать как-никак. Можно сказать, это подруга. Факторио, но в трехмерном. Ну и остальные игры с этого канала, даже прохождение различных ужастиков, включая новый Resident Evil Village. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы могли общаться друг с другом на различные темы по различным играм и искать себе компанию, чтобы поиграть хоть в Доту. Я вас не осуждаю, я сам играю в различные игры. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.